Всем доброе утро! Как вам наш рассвет сегодняшний? Очень красиво было. Мы сегодня с Кейт успели встретить рассвет. Хотела проснуться в 6 утра, пойти в тренажерный зал, но когда я проснулась, я поняла, что у меня после вчерашнего нашего, скажем так, прогулки в этом парке, у меня болит все тело. У меня болит вся верхняя часть тела, почему-то больше, чем даже нижняя. Я думаю, нет. Сегодня тренировку я делать не буду, утром это точно. Такие вот дела. Но потом через 15 минут встала, и мы пошли с Кейт на прогулку. Сходит, нюхает все. Вышли на пляж, сначала сейчас пойдем в сторону, на нашу любимую, на другую сторону улицы, где у нас... Ну, вы поняли, куда мы идем сейчас с вами. Вот. Сегодня какие у меня планы на день. Сегодня мы должны будем другую машину забросить в мастерскую, где меняют шины, чтобы их поменяли местами, чтобы их, в общем, привели в порядок, потому что, как вы знаете, завтра мы уезжаем туда, куда мы едем. До туда ехать 12-14 часов, поэтому нужно, чтобы машина была в полном порядке. Вот. В общем, часов в 11 мы уедем отсюда с квартиры, поедем туда в дом, повезем машину, забросим, вставим ее там. Вот. А до этого времени нужно сейчас будет собраться, собрать все необходимое, что мы хотим с собой взять. Но перед тем, как собраться, я хочу принять душ, хочу позавтракать. И потом начну собираться уже. Чуть позже будет Кэтрин. И уже мы будем выезжать. А сейчас пока пойдемте погуляем. Я уже дома. Уже приняла душ, забросила стирку. Сейчас пойду завтракать. Музычка здесь у меня играет. Пойду завтракать сейчас, и на завтрак хочу себе сделать. Сейчас просто сделаю кофе, съем творог и, возможно, скушаю. Что у меня там есть? Грейпфрут. И все. Потому что у меня сегодня какой-то, не знаю, аппетита опять какого-то у меня нет сегодня. Какое-то странное состояние. Вчера легла спать с головной болью, сейчас проснулась с головной болью. Не то, что прям так сильно головная боль, а прямо вот здесь вот как бы вся часть болит, я не знаю, что это такое. Вот, поэтому сейчас буду пить кофе, завтракать, может, мне это поможет. Пока у меня здесь стирка, я немножечко сейчас присяду с кофе и буду писать свои желания, конечно же. Нашла новую песенку Монатика и Насти, Нади Дорофеевой. Очень мне нравится, очень классно. Мне вообще нравится все, что он творит, потому что он очень клёвый чувак. И она тоже клёвая. Да, они даже вдвоем, мне кажется, лучше дуэтом, чем который она поет с другим мальчиком. Вот и мой завтрак, творог и грейпфрут. Я съем только половинку, потому что он слишком огромный. Всем приятного аппетита. Ну и, конечно же, как же без этого? Кофе моей любимой, новой любимой кружки с Ки-Вестом, с этой крутой курочкой. Всем привет! Я пошла в тренажерный зал. Немножко сделать кардио и, возможно, еще несколько упражнений на ноги сегодня хочу сделать. Завтра мы выезжаем. Когда я найду тренажерный зал, я не знаю, так что нужно сегодня отработать, сходить. У меня сегодня целый день просто раскалывается голова, невозможно. Прям такая боль, до тошноты, я не знаю, что такое состояние такое. Посмотрим, может быть, сейчас я на дорожке пробегусь, пройдусь, и у меня немножко... станет получше. На улице у нас, вы видите, невозможная жара опять стоит, солнечно. Красиво, конечно же, но очень-очень жарко. Вот сегодня прям экстремально жарко. То есть я сейчас иду и чувствую, как ко мне прилипает жара невозможная. В общем, давайте я вам раскрою секрет, куда мы поедем завтра. Мы поедем на машине в путешествие. Обычно мы ездили в путешествие по этой стороне Флориды, туда наверх, где там Каролина, Джорджия и остальные штаты. Сегодня, то есть завтра мы поедем с другой стороны.
Завтра мы поедем с другой стороны Флориды. Туда я еще ни разу не ездила. Там я еще нигде ни разу не была. В общем, финальную точку я пока вам не буду говорить, но скажу вам, что мы будем проезжать с вами. Мы проедем с вами всю Флориду вот так вот. Дальше мы с вами проедем штат Алабама. Дальше мы с вами проедем штат Миссисипи и штат Луизиана. А дальше вы уже увидите все сами. Хочу для вас небольшие сюрпризы устроить. Сразу сегодня раскрывать все карты, так неинтересно будет. Так что давайте, будьте готовы. Поедем смотреть Америку вместе. Там я еще ни разу не была, поэтому для меня тоже будет эта новинка. Так же, как и для, наверное, многих из вас. Давайте. Вчера я записала первое видео «Учим английский язык вместе», и мне бы хотелось, чтобы вы написали в комментариях свои, скажем так, отзывы, свое вообще, то, что вы об этом думаете. Я понимаю прекрасно, что это был первый раз, и все получилось через одно место, но первый раз на то и есть первый раз. Дальше будет лучше, и благодаря вашей помощи, вашим подсказкам мы сделаем это еще лучше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вообще это вам интересно, хотите ли вы продолжать это смотреть, принесет это ли кому-то пользу. В общем, все, что вы думаете, напишите, пожалуйста. Очень хочется знать, стоит ли мне это делать дальше. Кстати, на улице сейчас 2 часа дня, самая такая жара, а я выперлась, пошла тренажерный зал. Завтра у меня доктор с утра, в 9 часов утра. Вот. Нужно, машину мы сегодня так и не успели завести. Завтра утром завезем машину. Нужно съездить на заправку, там все дела порешать. Нужно съездить, закупиться сигаретами. Ну и потом уже мы можем уезжать. Я думаю, после обеда мы уже будем завтра выезжать. Уже все дела сделаем и поедем. Мы сразу же не поедем до нашей назначенной точки, скажем так, потому что это далеко ехать, часов 12 примерно. Одно место просто устанет. Я вчера проехала, говорю, полтора часа у меня одно место было деревянным, а тут 12 часов, представляете, что со мной будет. В общем, мы хотим проехать Флориду. Флорида очень долгий штат такой, 7 часов занимает проехать. 6-7 часов, мне кажется, с ними займет, чтобы у нас всю Флориду проехать. И в самом верху Флориды, где там Панама-Сити, тоже эти популярные очень такие курорты. Возможно, что там мы остановимся переночевать. И с утра проснемся и поедем дальше. И уже в субботу мы будем на месте, где мы должны будем быть. В общем, следите за видео, если вы не знаете, как сказать, когда у меня выходит новое видео, там можно, когда вы подписываетесь на канал, нажать такой звоночек, чтобы всегда быть в курсе, когда выходит новое видео. Вот так вот. Смотрите, нашла такие красивые цветочки здесь. Фонтан бежит. Хочется у него запрыгнуть, потому что жара невыносимая. Там тренажерный зал. Полчаса тренировочки сделала, 10 минут кардио и 20 минут упражнения на ноги. Народ загорает, купается. Невозможно, я вспотела, на улице еще жара, поэтому часы пока не выключаю, потому что, знаешь, сейчас, пока дойду, еще сожгу калорий 200. У меня же очки запотели.
знаете, даже голова прошла. Еще раз убеждаюсь в том, что в любой непонятной ситуации иди на тренировку. И все пройдет. Болит голова, иди на тренировку. Плохое настроение, иди на тренировку. В общем, в любой непонятной ситуации идите на тренировку. Не обязательно на тренировку. Что-нибудь активное, просто пройтись, пробежаться. Хоть что-то, знаете. Это очень сильно помогает. Так, шнурок развязался. Еще кое-что я хотела вас спросить. Если вы заметили, то в последних пару видео я добавила музычку. Скажите, нравится ли вам такое оформление? Мне просто интересно. Просто спустя год, как у меня появился канал на YouTube, я научилась, нашла, как это делать, как вставлять очень классную музыку. Вернее, у меня музыка до этого была, но она была, которая была у меня на этом, на программе. Но сейчас я научилась, как загружать музыку, как ее вставлять и как и где найти музыку, которая без копирайтинга, что никто тебе ничего не заблокирует, ничего не скажет. И причем эта музычка очень классная, по моему мнению. Теперь хочу услышать ваше мнение, что вы думаете о таких вставочках с музычкой. Приняла ванну только что. Мы были у доктора. Наша Кейт опять что-то где-то съела, что у нее застряло в горле, она опять вся кашляет. Очень сильно прям так было страшно, что мы собрались, мы просто поехали к доктору, потому что после того случая в Сане был, когда год назад, мы просто боимся после каждого пустяка. Но сегодня уже было тоже как-то, знаете, такое серьезное, прям вообще очень страшно стало. Поехали к доктору, он посмотрел, вроде бы все нормально. Сказал, есть что вот здесь, emergency доктор, он работает всю ночь, если вдруг станет ей хуже, то привозите ее сюда. Тогда уже будем смотреть, что дальше делать. Сейчас она лежит, отдыхает. Ну, немножко ей получше стало, но все равно видно, что она, ну, не как обычно себя ведет. Вот. Так что поездка, возможно, отменяется. В общем, завтра будем смотреть, как она себя чувствует. И, может быть, в субботу поедем. Если что-то случится, то никуда не едем. Ой, страшно это все-таки, знаете, иметь такую маленькую собачку. Знаете мне, что хочу сказать еще? Опять там кто-то до сих пор, я не понимаю, до сих пор пишут какие-то комментарии эти люди, я не знаю, кто эти вообще, откуда они все вылезли, столько негатива вообще, просто высказываешь какую-то свою точку зрения, на тебя просто нападают и пытаются как-то, не знаю, затоптать, что ли, пытаются тебе сказать, что там у тебя не получится, что ты делаешь все неправильно, мыслишь ты неправильно, вообще в жизни ты ничего не понимаешь, вообще ты ленивая, сидишь на жопе и ничего не делаешь. Люди совершенно не знают, что я делаю, чем я занимаюсь. Как вообще у меня в жизни все складывается. Почему они делают такие выводы, совершенно без понятия. Но это не так важно. Почему, вопрос такой, почему у людей столько злости? Почему, мне кажется, они получают удовольствие, когда они пишут другим или высказывают, что ты знаешь, что у тебя ничего не получится. Вообще все, что ты делаешь, это говно. И так далее, и тому подобное, что вообще жизнь твоя. Но это не важно. Почему, зачем так делать? Почему столько негатива в людях? А почему просто не пожелать друг другу счастья, не пожелать друг другу процветания, сил, успехов во всем и просто быть счастливыми? Вот так вот люди ни почему не думают. Есть, конечно, исключения, а исключения те, которые здесь с нами в нашей маленькой дружной компании, дружной семье. В общем, вот такие вот дела. Я уже сегодня буду с вами прощаться. Сейчас уже время у нас сколько? 8 вечера. 8 вечера, да. Сейчас хочу закончить кое-какую работу и начать уже читать книгу, потому что я так ее не начала читать.
Но если мы поедем в путешествие, дорога будет долгая, так что у меня будет возможность открыть ее и почитать, возможно, даже до конца дочитать. В общем, буду держать вас в курсе, завтра дам знать, что у нас происходит здесь. Вот такие вот дела. Ладно.